Смотрите, какое солнце. Ой. Сейчас посмотрим, сколько на градуснике у нас. Так. На градуснике -4. Вот такое солнце. А утром у нас было -32. Хочу показать вам свой подоконник с растишками. Здесь у меня гераньки, бегоньки. Бегони красные, желтые, оранжевые. Постряпала сегодня манник. Утром стряпала оладушки, одна осталась. Вот. Вот такой манничек хороший получился. Вкусненький. Так, здесь я купила гиацинт. Вот он. Уже розовый цветочек распустится. Так, вот здесь у меня скабиоза маленькая, которая вот эта вот взошла очень хорошо. А который повыше, это остеоспермум. Здесь у меня вышла гацания вот это вот посередине. Здесь лабелька. Я, правда, лабельку еще буду подсеивать, потому что вот желтенькой вообще мало вышло. Так. Вот это у меня лабелия. Это у меня все лабелия. 4 сорта. Вот. Так. Здесь у меня черенки герани еще сидят. Это не знаю, что за цветочки. Я думала петунья, а это вот такие вот листочки у нее. Не знаю. Здесь у меня лиатрис. И многолетники, смесь многолетников. Вот тут сколько-то лиатрисов вышло. Ой, через окно припекает вообще. Как будто жара на улице. Так, вот здесь у меня вербена ампельная посеяна. Шалфей с Вероникой. А там у меня помидоры высокорослые. По несколько я посадила вот с палочками. 5 сортиков. Вот такая вот рассада. Вот. Прямо очень-очень тепло. Через окно, через стекло прогревает капитально. На душе так радостно. Смотрите-ка, какое солнышко. Вчера тоже целый день солнышко шло. Так, ну вот, рассадку я вам свою показала. Вот белая лабелия, она, конечно, плохо вышла. Ну, я думаю, мне хватит. Хватит еще сестре дам, она просила на нее посадить. Вот. Вот это у меня желтая бегония. Вот. Тут у меня есть еще вечно цветущие. Вот, посмотрите, уже вечно цветущая бегония беленькая цветет. Так. Вот такую я еще купила. Фиолетовый гиацинт. Вот. Там у меня гераньки. Гераньки молодые все. Вот, а что, сегодня буду, не знаю, достала мясо, картошку, наверное, потушу. Здесь у меня батон, я его на сухарики сейчас пущу. Пельмени настряпала, картошку с мясом заморозила.
Вот. Это я сейчас в этот в блендер. И на сковородочке я уже показывала, как я делаю сухарики. Ну, конечно, солнце прямо вообще поднимает настроение. Тут уж ничего не скажешь. Сразу хочется, прямо хочется все делать. Прямо на душе так радостно, вообще хорошо. Ну, вот такое у меня коротенькое видео. Буду прощаться с вами. Всем пока!